я попрошу, в общем-то, первым выступить от представителя духовной власти. Отец Дмитрий, вам слово как специалист по традиционным семейным ценностям. А что бы вы хотели услышать? Потому что тут масштаб проблемы весьма велик. Может говорить о любом сегменте или секторе этой проблемы, а можно и обрисовать всю картину в целом. Поэтому я в некотором затруднении. Вот проблема. Вот. Поэтому вот как председатель вот хочу от вас такую подсказку. Что для нашего круглого стола, для нас наиболее ценно. Опыт работы комиссии непосредственно, и какие вот внутри церкви могут существовать проблемы, связанные с защитой традиционных ценностей. Либо вызовы. Понятно. Хорошо. Сама проблема заключается в этом термине «традиционные ценности». Потому что время от времени задаю такой вопрос людям разным, соотечественникам, а что такое традиционные ценности? И пока не мог ни от кого получить ответ. Равно и когда задаешь вопрос, ну, например, давеча по радио одна женщина заявила, что она хочет крестить своего внука. Вот. А на вопрос зачем, она ничего не может сказать. Традиционные ценности, духовность, такие все красивые слова, но современный советский человек, он не знает, что это и что за этим понимается. Единственное, на чем можно как бы сойтись, это вот две вещи. Вот семья, но такая же у ирландцев точно такая же есть ценность. Или патриотизм, что тоже и у ирландцев есть, и даже вот у австралийцев. Австралийский патриотизм всем вот замечательно. Это вот это главная проблема, что народ как бы не оповещен по поводу того, что такое ценность. Только география – понятно. Для многих, что такое тригонометрия – понятно. Для совсем малого числа известно, что такое тензорный анализ. А вот что такое традиционные ценности – неизвестно. И вот здесь кроются очень большие для нас такие проблемы, в частности, и такой данности, именно данности, потому что Бог создал человека как семью, а не как индивидуума с правами, потому что тогда никак невозможно объяснить, откуда тогда женщина взялась и какой вообще смысл в ее появлении в бытии. Как раз вот в этом и кроется ценность. Но опять, народ об этом никак не оповещен, потому что единственным носителем этих знаний была церковь. И вот мы сейчас отмечаем столетие, когда начался этот слом и уничтожение всех носителей памяти об этих ценностях, то нужно, вот главная проблема, чтобы вернуться к ценностям, нужно, чтобы народ понял, к чему надо возвращаться. И надо ли это вообще народу? Потому что вот народ увлечен всякими халдейскими ценностями 3500-летней давности. Ну и понятно, что деньгами увлечен. И так далее. И так. Вот. А семья – это действительно ценность. И тоже в связи с вот такой показатель, как разводы и аборты, говорят о том, что это вообще практически разрушено. И что если мы хотим как-то что-то в нашей стране изменить, при условии, если успеем. Потому что
на мой взгляд, непосвященный, особенно, ну, Анатолий Иванович, он может этими цифрами лучше оперировать, и, в частности, вот, он очень много нам сообщил за последние 10 лет нашего такого общения, что мы реально можем не успеть, то есть самоуничтожение нашего народа, оно проходит быстрее, чем все возможные попытки вот эти вот процессы как-то, ну, притормозить, изменить или дать этому вектору другое направление. Ну и модуль этого вектора можно, собственно, увеличить, из однодетной семьи опять вернуть восьмидетную, как это было 100 лет назад. Вот. И что для этого надо, тоже совершенно понятно. Вот мы видим, что по всем каналам телевидения, по всем радио, ну, кроме одного-двух, идет такая массированная какое слово назвать? Ну, вот, допустим, пропаганда. Рассказывается о том, как вот взгляд патриотический на то, что у нас произошло с Крымом. И что мы видим? 75% народа уверенно говорят, что Крым наш, и вообще какие-то могут разговоры быть. И все это опубликовано многократно. И история вопроса, все-все-все известно. Вот. И поэтому в этом поле очень легко. А о том, что такое семья, ни мальчики, ни девочки не могут это увидеть из опыта своей маленькой жизни. Никакой-то под это не подкладывается вообще ни исторической, ни духовной подоплеки. И поэтому только говорим все время о холме. И вот поэтому этот разговор сладости во рту не прибавляет. И поэтому всякий разговор на эту тему, он, ну, как-то некий вклад вносит. Ну, поэтому и я с некоторыми своими товарищами сюда пришел для того, чтобы, ну, может быть, что-то произойдет. Но тут нужно с утра до вечера, с 1 по 11 класс, во всех вузах, по всем каналам телевидения, специально создать еще сайты в интернете и активное изменение сознания. Должна быть мощнейшая пропаганда ценностей. Но предварительно, опять же, еще не поленюсь об этом сказать, еще раз напомнить, а что это такое. И тогда обязательно начнет что-то сдвигаться. Только таким образом. Если мы будем только разговаривать о «Газпроме», нашем национальном достоянии, но этого недостаточно. Хотя неплохо иметь газ и нефть, но если мы говорим о сохранении жизни народа, потому что газ мы можем добывать не хуже и китайцы, и индус, и тот же, дай бог ему здоровье, австралиец. А мы хотим, ну, как-то любим хотя бы визуально нашу культуру, вот, и куда все входит, все, что наши предки создали и за последние 100 лет, и много раньше. И надо обязательно не только, но как-то интуитивно чувствовать эту базу и каким-то образом ее ощупывать, но и очень четко каждый россиянин должен представлять, что это такое и в каком направлении должно двигаться. Потому что в сознании, общественном сознании, народном сознании, наш народ посеян такие совершенно смертоносные вирусы. Вот некоторому я даже один термин дал — абортивное сознание. Несмотря на то, что, начиная от то есть,
председатель Совета Федерации кончает министром здравоохранения, все говорят, аборт это убийство. И дальше как бы все остается на своих местах. Если это убийство, значит, давайте действовать по закону. Вот. Также только зачатый человек – это будущая личность, и с ним нужно относиться с уважением, хранить его и так далее. То есть вот это нужно обязательно изменить. Но как изменить сознание? Вот русский человек, он очень поддается вот тому, что именуется таким общественным мнением. Если оно будет все время звучать и звучать на протяжении нескольких лет, то очень многое изменится. Почему? Да очень просто. Несмотря на все призывы к тому, чтобы разуметь свою точку зрения, ее уметь отстаивать и прочие такие либеральные благоглупости, понятно, что молодой человек, там, ну, до определенного возраста, обычно лет до 30, он не может иметь свою точку зрения, потому что он, к сожалению, еще мало начитан, а порой и глуп. Поэтому он выбирает ту точку зрения, которая для него красиво звучит. Если мы взрослые ему это предоставим, то он это выберет. Тем более, ну, это совершенно бесспорные такие точки зрения, которые веками там опробовали. Ну, допустим, хорошая такая мысль, которую артикулировал пророк Моисей, там убивать нельзя. Замечательно же. Можно на этом все построить. Тут нельзя убивать ни женщин, ни детей, ни стариков. И даже вот очень маленьких детей нельзя убивать никогда. И вот обязательно начнет все меняться. Детки будут тянуть руку на уроках. Вот что детки нельзя? Нельзя убивать детей. Вот это все поддержит, это будет, это абортивное сознание, оно уйдет. Как некогда, начиная с 20-го года, оно начало внедряться. И вот многие вот такие вещи обязательно нужно вот именно целенаправленно внедрять в сознание. И вот это изменение сознания в переводе на наш церковный язык, это называется покаянием. Потому что вот я, знаете, в церкви служу уже почти 40 лет, и самая большая проблема для меня это объяснить современному человеку, что такое покаяние. Современный воцерковленный человек этого не понимает. Это очень такая тонкая, но важная категория. Потому что это связано с изменением сознания. Какие-то простые вещи, технические, механические, человек понимает. А вот такие вот тонкие, где нужно действительно изменить свой взгляд на мир, взгляд на человека, взгляд на семью. Вот, а для этого нужны добрые, положительные примеры, те, которые угодны Богу, и нужно как бы почувствовать тем людям, которые хотят этим заниматься, а какими, собственно, Бог хочет видеть. Для чего Он нас создал? Чтобы мы друг друга уничтожали ради того, чтобы у нас в холодильнике были апельсины? Какая задача? Что хорошо, что плохо? Что лучше? Апельсины или дети? И так далее. Вот мне представляется такая... Это главная наша задача. Всех вообще взрослых людей, которым, ну, это не безразлично, то, что произойдет с нашим народом в ближайшие 50 лет. Спасибо вам за ваше внимание. Благодарю вас, отец Дмитрий. Анатолий Иванович, теперь ваше научное слово, детское. Да, послушаем вас. По просьбе тезисно. Потому что все доклады, если у вас презентации есть, мы потом... Я прошу вот мою презентацию показать. Дом ученых файл называется. Я буквально одну картинку. Таблицами я мучить вас результатами исследований не буду.
нам удалось, поскольку нас никто не спонсирует, все делается на общественных началах. Мы сейчас опросили в 15 регионах России примерно 5000 человек, но у нас жесткий контроль по тесту. Есть такой тест семантического дифференциала, и он позволяет определить, где не вульгарно, вот там врут люди или не врут, а при вот таких углубленных социолого-психологических опросах мы все время сталкиваемся с тем, что респонденты, люди при опросах пытаются представить себя в выгодном свете. Они врут сами себе. Ну, не врут, они обманываются, обольщаются, но как это часто бывает в нашей жизни. Поэтому они приукрашивают немножко себя. И это нормально, в принципе, с точки зрения глубинной психологии, если бы мы имели возможность вскрыть вот внутреннюю структуру личности, душу человеческую, там не было бы негодяев и подлецов. Все себя считают хорошими, милыми, замечательными людьми, и только какие-то обстоятельства жизни иногда заставляют их совершать дурные поступки. Вот. А так самооценка, она всегда идет положительной. Поэтому при всех опросах люди всегда, так сказать, вот, приукрашивают положение дела. И вот имеются техники, которые позволяют снять это. И когда нам удается вот снять этот самоконтроль, ну вот на 5 с лишним тысяч анкет, 1000 анкет мы забраковали, заполнены, все, именно потому, что вот работает вот эта вот тенденция. И вот получается такая картина. Вот эта техника, она очень сложная, и с середины 70-х годов, еще в советское время, мы начали делать такие исследования, и сейчас есть возможность со 40 лет сравнить то, что происходит с сознанием, массовым сознанием нашего населения. Поскольку политики и министры обращают внимание всегда на то, что происходит на протяжении 2-3 лет, ну, я вот со многими министрами работал, кому поручались проблемы демографии, семьи, и я просто устал от этого. Ну, они, может быть, и хорошие люди, министры, но за время своего пребывания на посту они обречены все время сами себя хвалить, так же, как вот обыкновенный респондент. И мало кто проявляет государственную мудрость и заглядывает вперед на 5, на 10, тем более на 50 лет. Вот есть возможность на протяжении 50 лет по измерениям, которые снимают вот это самообольщение и самоприукрашивание человечества, посмотреть, а что происходит с ценностями фундаментальными. Дети и позитивная ценность детей во всех человеческих обществах, ну, в человечестве вообще всегда была терминальной, конечной ценностью, наряду с верой в Бога. Дети, вера в добро, в правду, в красоту – это вот такой вот триумвират. И поэтому, какие бы ни были религиозные верования и моральные теории, но дети всегда были вверху вот этих положительных ценностей. Бездетная семья, жизнь без детей и отдельного человека, индивида, и семейная жизнь всегда осуждалась очень негативно во всех вот ценностных системах. Причем даже в тех случаях, когда бездетность вызывалась бесплодием из-за болезни и так далее, все равно люди, на которых падало вот это вот черное клеймо бездетности, они оказывались, ну, немножко изгоями такими моральными. Вот настолько сильны были вот эти нормы системы ценностей нашей, старой, традиционной. В царской России, я вот докторскую диссертацию когда написал, обратил внимание на то, что в царской России очень низкие были коэффициенты разводов, абортов там и так далее, но запрета на разводы и на аборты, и на все вот эти вещи не было как такового, потому что у людей не было потребности совершать эти вещи. А потребность
и в разводах, и в сожительствах, и в абортах появляется тогда, когда уменьшается потребность семьи, и уменьшается потребность в нескольких детях. Проблему рождаемости интерпретируют все время неправильно. Считают, что вот эта проблема, вот мы рожаем вот одного ребенка, и все, никакой проблемы нет. Проблема рождаемости – это проблема отсутствия потребностей в нескольких детях, отсутствия потребностей в 3-4 детях. Поскольку однодетность, двухдетность через 400 лет ведет к вымиранию общества, а однодетность стремительно через каждые 25 лет, исходная численность сокращается наполовину. Поэтому проблема 3-4 ребенка. Вот что нас волнует. И вот здесь на картинке я как раз хочу показать, что вот в 76-м году по измерениям, когда максимальное различие между ценностью детей и ценностью наличия детей и ценностью, так сказать, вот, бездетности, было максимальное различие. Там вот величина 14,7. Это максимальное различие, где-то 21 балла. Ну, это вот такой тут континуум. Максимальное различие 21. 14 очень близко к максимальному различию. Следующий замер у нас был в 99 году и в 2000 году. И в 2000 году мы видим, что семантическое расстояние между позитивной ценностью детей, наличие детей и бездетностью сократилось до 8,6. Ну, не наполовину, но где-то в 1,6 раза стало меньше. То есть понизилась позитивная ценность детей и всего, что связано с детьми. И медленно и постепенно сохраняется отрицательное, негативное отношение к бездетности, но эта бездетность теряет свою отрицательную валентность и получает все больше и больше одобрения абсолютно во всех слоях населения. Мы в этом исследовании опрашивали в основном семейных людей. Причем при наличии второго ребенка, тут вот в этом же файле у меня есть таблица, я вас таблицами не буду мучить, поверьте на слово, начиная со второго ребенка, при наличии второго, третьего, четвертого ребенка, установки на рождение детей в будущем, они намного выше у населения такого семейного, чем у тех, у кого один ребенок, или если детей нет. И поэтому, если мы видим вот такое вот сокращение, это говорит о том, что вот это сближение, оно касается не холостяков, оно касается всех слоев населения, в том числе и тех, которые, в общем-то, ориентированы на детей и на семью и практикуют семейный образ жизни. В 99 году мы проводили опрос сразу после дефолта. И вот в 2000 году мы видим резкое вот это снижение ценности детей и больше одобрение бездетности, сближается расстояние между этими двумя объектами. И это не случайно, потому что вот обстоятельства ужасной, тяжелой жизни вот в эти годы, они сразу сказываются на населении. У населения, помимо ориентации на число детей, есть еще установки на сроки жизни. И вот изменения политические, экономические, они очень сильно влияют на изменение этих установок. Я могу, если у меня есть потребность во втором ребенке, ну, у нас с женой, мы можем реализовать эту потребность сразу, можем через 2-3 года, можем через 5-7 лет. И в зависимости от политической, экономической, социальной ситуации в стране, вот стали проводить политику вот, путинскую, капитала и пособий. Сразу установки на сроки рождения детей улучшились. И те, которые собирались родить позже, они родились именно вот в этот период 2007-2012 год. Сейчас вот мы получили вот это временное улучшение коэффициентов. 1,8 – это далеко от нормы простого воспроизводства, но это эффект воздействие вот этих экономических мер на изменение установок на сроки рождения детей. Но что сейчас получилось?
вот сейчас все министры хвалятся тем, что у нас сейчас прекрасная благополучная ситуация. Ближайшие 10-15 лет у нас сейчас коэффициент опять рухнет. Сначала до уровня 1,5, потом опять вернемся к исходному уровню 1,3. Если мы резко не увеличим этот материнский капитал, надо его сделать семейным капиталом, и надо увеличить размер. Первоначально это было 11 тысяч долларов. Сейчас осталось из-за девальвации около 7 тысяч долларов. Кстати говоря, мы предлагали, когда еще Касьянов был премьер-министром, и живой был еще министр Пущенок, мы предлагали, ну, не материнский капитал, а вот деньги на обзаведение жильем для молодых семей, 50 тысяч долларов. И тогда 8 министров подписали вот это вот положение дел. И надо вернуться к этим вот исходным позициям, надо осуществлять вот эти материальные меры, не отказываться, как многие сейчас предлагают от них, отменять их. Но мы должны видеть, что эти меры, они влияют только на людей, которые состоят в браке и находятся в репродуктивном периоде жизни. Ну, до 40 лет в основном сейчас народ рожает. Но если мы сейчас создадим невероятно благоприятные условия для обзаведения жильем и вот материальные пособия и так далее, мы все равно не получим 50% семей с тремя детьми. То, что нам сейчас нужно, чтобы население нашей страны не уменьшалось. Поэтому и возникает та проблема, которая сформулирована в названии вот этого семинара, симпозиума, на котором мы сейчас присутствуем. Проблема ценностей. Вот эти социально-политические, экономические меры, они влияют на эти установки, я сказал, но они не влияют на саму потребность детей. И вот на этой схеме у меня вот в черном квадратике вопросы. Мы проводили сейчас вот исследование в 2015-2016 году, и вы видите, что в одном из регионов у нас получилась разница между детьми и бездетностью 6,69. Это уже больше, чем два раза идет сокращение по сравнению с 70-м годом. То есть в пространстве семантическом сближаются вот эти два совершенно противоположных, это две ценности, два антипода ценностных, они сближаются. Поэтому я там поставил вопросы, а что будет через 10, 20, 30 лет, если мы ничего не будем делать? Но возникает вопрос, а что делать? Материальные меры, они помогают временно, в принципе не меняют погоду, они не меняют душу человеческую. И правильно говорил вот сейчас Дмитрий Николаевич, что это проблема, связанные с тем, что нам надо сфокусировать внимание на подрастающих поколениях. Вот здесь религия и наука сходятся в едином мнении, к огорчению многих либералов, но здесь действительно мы пересекаемся. Не только здесь. Да. Дело все в том, что только резкое изменение отношения, ну, воспитания детей, вот ценностно-мотивационного воспитания детей, нам надо воспитывать детей, чтобы они с детского сада, с первых классов школы готовились стать отцами и матерями. И как это делать? Вот наука не знает, надо проводить исследования, надо финансировать эти исследования, педагогические, психологические, какие угодно. Но это надо делать, надо думать. Ну, правильно говорит вот отец Дмитрий Смирнов, что если нам дадут несколько телевизионных каналов с утра до вечера, мы как рекламу сейчас гоняют, мы точно так же должны, мы не должны гнушаться этим. Психология утверждает современная, что повторение мать учения, одно и то же, когда повторяется через каждые 5 минут вот эта проклятая реклама, если мы будем вот это делать, на какую-то часть людей, подверженных этому воздействию, мы, безусловно, повлияем. Но задача состоит в том, что вот манипуляционные все воздействия, когда они прекращаются, прекращается эффект. А нам надо изменить убеждение, грубо говоря, душу человечества. И поэтому только воздействие на воспитание детей, причем воспитание через семью и в семье, отец и мать, это
воспитатели детского сада, мини-детского сада. Семья с четырьмя детьми, это мини-детский сад, это мини-микрошкола, где отец и мать, учителя, на компьютерах сейчас все работают, программы можем, пожалуйста, мы сделаем по всем предметам, и родители будут очень легко учителями своих детей. Мы должны понять, что главная беда социально-экономическая, вот с сокращением рождаемости связанная, беда, фактор главный, причина главная, сокращение, состоит не в том, что раньше семья была крестьянская, а сейчас мы все городские жители, а в том, что совместная деятельность родителей и детей, она сейчас в условиях вот этого финансово-олигархического сумасшедшего бешеного капитализма распалась. И поэтому нам говорят о том, что трудовое воспитание детей – это насилие над детьми, издевательство над ними там, и так далее. Но семья и рождаемость были хорошими, нормальными, когда родители и дети вместе работали. И все было вот так вот гармонично снято. И мы должны все время иметь в виду вот этот дальний прицел. 30-40 лет вперед, если мы сейчас создадим такую ориентацию, вот ценностную, духовную, смысловую, воспитание подрастающих поколений в просемейном духе, результат получим не раньше 50-го года, но полученный результат нам даст плоды к середине этого века. Другого варианта нет. Все остальное мрак, о котором говорил вот первый наш оратор, и, наверное, будут говорить другие люди. Но мы должны понять, что альтернативы нет радикальному, резкому изменению сложившейся системы ценностей, которая продолжает ухудшаться. Вот самотек. Это вот многие либералы кричат, что самотек – это вот свобода выбора, не надо вмешательства, не надо, я заканчиваю, не надо давить на людей, там, принуждать их к чему-то. Самотек – это всегда есть пропаганда однодетности и бессемейности. Вот это надо усвоить. И поэтому они так и кричат все время о самотеке, что вроде бы, так сказать, они не вмешиваются в семью. На самом деле вся современная жизнь, вот это устройство жизни, она антисемейна, антидетна. И это принуждение к однодетности и бездетности. Спасибо. Далее Алексей Юрьевич Комов, поскольку вы посол России в Всемирной семье ВОН, просьба к международной тематике. Затронуть негативное и позитивное, что там имеется. Да, конечно, спасибо большое. И вот как раз, продолжая выступление отца Дмитрия и Анатолия Ивановича Антонова, хочу сказать, что вот, собственно, отец Дмитрий, можно так сказать, духовный основатель русского пролайф-движения, да, вместе с отцом Максимом Обуховым, начинали это говорить еще в конце 80-х годов. И первые десятилетия это как-то постепенно так, может быть, нарастало, и, к счастью, может быть, последние лет 7-5 стало, так скажем, уже общепринятым в обществе, по крайней мере, все официально признают, что аборт – это убийство, и это очень хорошо. И, конечно, огромная работа предстоит еще для того, чтобы изменить именно социальные установки, установки людей, про что Анатолий Иванович говорил. Но говоря о таком прикладном аспекте того, что же делается в мире и в России в защиту традиционных ценностей, хочу сказать, что вот на самом деле защита семейных ценностей является таким оголенным нервом, можно сказать, последних десятилетий, ну особенно последнего десятилетия на Западе и во всем мире. Это вызывает бурные очень эмоции, и это то, что разделяет общество. И большие баталии идут на эту тему. Потому что, как вы знаете, есть могущественные силы, которые очень хотят изменить вообще антропологическую установку человека, поменять его, как они говорят, гендерную ориентацию, самовосприятие. Я вот недавно оформлял анкету, шенгенскую визу в Грецию. Православная страна, мне нужно было продлить визу, и там уже есть пол мужской, женский, другой. То есть достаточно интересно, прямо вот онлайн опция.
И это на нас наступает со всех сторон. И есть люди, естественно, во всем мире, которые этому активно сопротивляются. И вот такая организация, как Всемирный конгресс семей, является одной из таких организаций. Она объединяет сторонников традиционных семейных ценностей, политиков, экспертов, активистов из более чем 80 стран мира. И Анатолий Иванович как раз был одним из основателей самой этой идеи. В далеком уже 1995 году в Москве во время визита американского профессора-фамилиста Алана Карлсона они обсуждали еще с коллегами из МГУ социологического факультета о том, что вот теперь их железный занавес пал, у нас теперь схожие проблемы, и почему бы периодически не начать встречаться, обсуждать это. И эта идея получила дальнейшее развитие. Уже прошло 10 всемирных конгрессов семей. Прошли они в Праге, в Женеве, в здании ООН, в Мехико при поддержке первой леди мексиканской, также в Мадриде, в Варшаве, в Амстердаме, в Сиднее, в Австралии. Вот мы туда ездили с отцом Дмитрием и еще с коллегами. И в Америке. И последний, 10-й юбилейный, прошел в Тбилиси, в Грузии, при поддержке и участии патриарха Илии II. Следующий конгресс семей будет в этом мае, 24-28 мая, в Будапеште, в Венгрии. Там будет очень мощное такое мероприятие при поддержке Виктора Орбана, премьер-министра Венгрии, и всего правительства, всего, так сказать, истеблишмента, так скажем, венгерского, который очень хочет быть лидером международного европейского движения как раз в защиту традиционных семейных ценностей. Там ожидается участие больше 200 политиков. Вот мы надеемся, что отец Дмитрий сможет быть, Анатолий Иванович. И также несколько членов Государственной Думы. Я вот как раз после этой встречи пойду это обсуждать. И с комитетом по защите женщин и детей Госдумы, и также президент Молдавии, я вот вчера с ним общался, Игорь Дадон, он выразил большой интерес, возможно, он будет, еще несколько лидеров государств, сам Виктор Орбан несколько раз будет выступать, участвовать, и там в рамках этого планируется встреча политиков, около 200 политиков и бизнесменов и так далее. Вот. Также хочу сказать, что когда спрашивают людей непосредственно в западных странах, то в подавляющем большинстве случаев они выбирают традиционные семейные ценности. Например, в Соединенных Штатах было проведено 35 референдумов в 35 штатах, во всех штатах, где это по закону возможно. И в 32 выиграли наши, так сказать, коллеги. И люди проголосовали, американцы, с подавляющим перевесом, то, что брак — это только между мужчиной и женщиной. То есть всегда, когда народ спрашивает, всегда практически выигрывает здравый смысл. Но проблема в том, что не демократическим образом решение всего нескольких верховных судей ввели таким директивным образом однополые браки в США. То есть это не демократическая процедура, народ в большинстве своем против, а сверху спускаются вот эти вещи. Также вы знаете, что более 2 миллионов людей выходили на марш, на манифестацию для всех, «La Manif pour tous» в Париже, во Франции. Более 2 миллионов с детьми, с флагами. Такое большое было собрание, и более 2 миллионов людей, это только те, кто смогли прийти. Но власти, к сожалению, проигнорировали. Правительство Оланда, тем не менее, все равно провело вот эти все однополые нововведения. И мы видим, что очень мощное лобби, которое навязывает вот эти вещи во всем мире. Мы также сейчас немножко вздохнули с облегчением после победы Дональда Трампа в США, поскольку он озвучивал и продолжает, в общем, еще озвучивать некоторые позиции, которые более дружественны к семье. Но мы видим, что он окружен настолько мощным лобби и давлением, которое практически делает очень затруднительным какие-либо положительные изменения. И позиция к России начинает как-то меняться, потому что практически, ну, он единственный, кто озвучивает некое позитивное такое отношение.
Вот, хотя у нас много, на самом деле, друзей и сторонников и в Америке, и во всем мире, и по линии традиционных семейных ценностей. Многие заслуженно считают, что Россия является лидером международного движения в защиту семьи, но ситуация такая достаточно сложная. И сейчас схлестнулись два миллиардера, то есть Джордж Сорос со всей его сетью влияния и Дональд Трамп. Да? И мы видим, что попытки цветных революций в самой уже США осуществляются структурами Джорджа Сороса, но, к счастью, происходит осознание. Вот в России запрещены его организации, в Македонии, сейчас в Венгрии тоже Виктор Орбан вводят некие такие ограничения, и в Словакии, в Польше люди начинают об этом задумываться, и поэтому будет такое обострение, наверное, в ближайшее время. И мы видим, что вопросы защиты традиционных ценностей являются такой линией, очень оголенным нервом, как я сказал, и во многом это является, по сути, атакой на христианство, на церковь, поскольку западное общество уже давно секуляризировано, открыто защищать христианские ценности это уже достаточно сложно. Поэтому вот защита семейных ценностей — это, по сути, последняя линия обороны для остающихся христиан на Западе. И на самом деле, если копнуть, вот, так скажем, глубинные истоки, почему такая атака идет через глобалистские структуры на семью, то здесь можно вспомнить вот сейчас годовщину в этом году Великой Октябрьской, как называлась она до этого, революция, а по сути это был такой инспирированный во многом из-за границы такой цветная революция, просто цвет ее был красный тогда, и мы знаем роль западных стран в этом. И на самом деле сразу после революции было декриминализировано мужеложество, легкий развод введен, и вот эти все моменты свободной любви были активно внедряемы тогда в России, в советской. И мы знаем, что Калантай активно пропагандировала идеи свободной любви. Считалось, что долой стыд, там голые люди ходили, мы все это знаем, все эти эксцессы первых лет после революции. И это была реализация того, что Маркс и Энгельс предлагали избавиться от семьи как репрессивного института, и в будущем светлом социалистическом обществе нет места частной собственности, нет места семье и так далее. И был такой Георг Лукач, министр образования Венгерской республики Белла Куна сразу после революции, который первый вел секс-просвет тогда еще для разрушения христианских вот этих всех установок, которые мешали продвинуть мировую революцию. И дальше Антонио Грамши, в частности итальянский коммунист, он сказал, что на новом историческом этапе нам не нужно брать телеграф, телефон, а нужно предпринять, как он сказал, долгий марш через институты. То есть овладеть кинематографом, Голливудом, масс-медиа, университетами, и промыв мозги таким образом нового поколения, политическая власть, она сама автоматически пойдет к нашим ногам. То есть ее не нужно захватывать, нужно произвести культурную революцию. И они в рамках франкфуртской школы, многие люди, такие как Адорно, Хоркхаймер, Маркузе, Фромм и прочие, произвели такой синтез неомарксизма с неофрейдизмом и подготовили интеллектуальную почву сексуальной революции, наркотической революции 60-х, 70-х годов, радикального феминизма, энвайрументализма и так далее. И вот то, что мы сейчас видим, это как раз в рамках продолжения вот этой вот волны. И в Америке уже позже был такой деятель, интеллектуал, как Саул Алинский из Чикаго, который написал книгу «Правила для радикалов», где он четкие инструкции о том, как производить революцию, как трансформировать общество, как делать цветные революции и так далее. И он является духовным наставником Барака Обамы и Хиллари Клинтон. Хиллари Клинтон посвятила ему, Саулу Алинскому, свою диссертацию, которая во время президентства Билла Клинтона была закрыта для общественного доступа. Вот. И свою основную книгу Саул Алинский посвятил официально Люциферу, как первому революционеру, который смог отвоевать себе свое независимое царство, пространство и так далее. То есть мы видим, что те люди, которые выступают за разрушение традиционных семейных ценностей, ну, практически всегда они движимы антихристианскими мотивами. И поэтому нужно понимать духовные измерения вот этой вот борьбы. Вот. И
Мы знаем, что вот говорилось сегодня про то, что садомиты через мультфильмы к нам попадают. Этому удивляться не приходится, поскольку все масс-медиа, они принадлежат всего крупнейшим, пяти всего крупнейшим корпорациям. Walt Disney одна из них, Sony, Universal Vivendi, Time Warner и так далее. И мы знаем, какую идеологию исповедуют люди, которые владеют этими всеми звукозаписывающими станциями, кинопрокатом, Голливудом, телевизионными каналами и так далее. И есть такая опасная статистика, которая говорит, что с момента рождения до 17 лет молодые люди на Западе потребляют в общей сложности 63 тысячи часов масс-медиа-влияния, если все сложить. И это время в 6 раз больше, чем время, которое они проводят в школе, в 30 раз больше времени общения с их родителями и в 60 раз больше времени, которое они проводят в церкви. Так что вот масс-медиа – это ключевой момент, то, что отец Дмитрий говорил, что хорошо бы нам хотя бы пару каналов иметь, это действительно нам бы очень помогло. Поэтому вот в завершение хочу сказать, что люди борются, и нас, большинство нормальных людей на Западе, но очень мощные как бы элиты глобалистские навязывают это человечеству. Поэтому нам надо быть вместе для того, чтобы победить. Спасибо.